Ну, команда настроена только на победу, потому что Денис Викторович нас этому учит. Играть до последней минуты, пока судья не даст свисток. Поэтому бились до последней минуты. А что не получалось? Вообще ожидали, что с Ростовом будет так тяжело? Да, конечно. И прошлая игра была тяжелая. 4-3 дома выиграли. Хорошая команда, хорошо играет в обороне. Но мы были сильнее сегодня. А за 10 минут до конца, когда еще не вышел, шел жуткий ливень, ты стоял в зоне разминки. Ожидал, что тебя должны уже выпустить наконец? Да, Денис Викторович говорил, что у тебя будет игровое время, то, что выйдешь. Надо доказать. Доказал. Как удалось выйти на 10 минут, но при этом сохранять уверенность? Как удалось найти этот момент? Осталось 4 игры, все мы это знаем. Мы очень хотим занять первое место. И поэтому каждая игра для нас как финал. Осталось 3 игры, мы их выиграем.